Мы на выставке World Food 2022, и вопреки названию здесь можно увидеть не только продукты, но и, например, одежду. А как так вышло, нам расскажет Наталья Черная, компания Black Pine. Наталья, здравствуйте. Расскажите, с чем вы к нам пришли? Добрый день. Мы оказались на выставке, на самом деле, абсолютно тоже неожиданно, по приглашению посольства Перу. Так как мы компания, которая производит премиальный трикотаж из Baby Alpaca. Baby Alpaca – это перуанский материал, это очень хорошего качества премиальная пряжа. Мы аксессуары, такие как пледы, палантины, шарфы, производим в Перу, импортируем в Россию. Одежду мы производим в России, это тоже Baby Alpaca, но мы импортируем пряжу из Перу для производства этой одежды. Прорекламируйте, пожалуйста, чем, например, пряжа, я даже не знаю, какой мы обычно пряжей пользуемся, овечьей, наверное. Прорекламируйте альпаку. Смотрите, мы специализируемся на альпаке по причине ее уникальной уникальности. Потому что в Перу есть определенные условия природные, где выпас альпак, он происходит высоко в горах. И за счет этого пряжа приобретает уникальные свойства терморегуляции. Ни у одной другой пряжи таких, ну, скажем так, свойств просто нет. Потому что как бы овечки, они пасутся ниже, даже кашемировые козы пасутся ниже. То есть это комфорт, это тактильный кайф, это ну, пряжа, которая, я считаю, недооценена в России. Большой ли у нас здесь рынок сбыта уже, или есть какой-то большой, или как вы оцениваете потенциал вообще того, что здесь популяризировать вот такой продукт? Ну, вы знаете, нас в этом вот посольство Перу очень поддерживает. Мы сейчас в составе российской делегации поедем на выставку «Пром Перу». И, соответственно, безусловно, мы хотим продвигать перуанскую, как бы, перуанскую альпаку в разных вариантах. И также есть уникальнейший хлопок, который также произрастает в Перу. Да, мы тоже планируем ввести это в ассортимент. Уже на этой, например, выставке видите интерес к продукции? Да, безусловно, но здесь скорее наша непрофильная выставка, да, здесь скорее интерес каких-то частных лиц, которые потрогают, которые так же, как и мы, кайфуют от классной пряжи. Да, спасибо вам и удачи на этой выставке и всех последующих. Спасибо, Наталья. Спасибо огромное.